Сергей, скажите, пожалуйста, после матча с Москвой, в котором Кубань тоже пропустила 4 мяча. Про вратаря еще потом спрошу, пока не про вратаря. Вы сказали, что после второго гола ваша команда развалилась. Сегодня произошло то же самое? То же самое. А теперь про вратаря можно спросить? Да. Почему сегодня не заменили? Ну, тоже он 4 пропустил. Может быть, мне не 50, там 8 или 62. Но ерничает над собой. Я не ерничаю, я серьезно спрашиваю. Это во-первых. Послушайте меня. Это во-первых. Во-вторых, что вам про вратаря интересно? Что, это фигура, которая определяющая или что? Это вам виднее определяющая. Вот я определю. Мне только любопытно, почему не заменил. Пожалуйста, еще вопросы, коллега, пожалуйста. Сегодня бросили бой новичков. Хорошо.